А что мы делаем? Ничего. Любознательный такой. Ешка залез к Ваське в клетку. Да. Дай мне тоже покушать. А Васька нет. Решила отомстить, ребят, и залез в кормушку к Ешке. Главное, чтобы он там не написюшка. Сейчас. Мою еду отдай. Спасибо, что дала идею. Отдай мою. Ты что? Все, я написал. Купи мне новую еду. Ну ничего, высохнет, будет, наверное, вкуснее. Так, а ну давайте быстренько поцелуйтесь. Я сейчас как его... Поцелуйтесь, а вы же друзья. Что, больной? Вы же друзьяшечки? Не-не-не. Друзьяшечки. А кто тебе еще тебе покрасил? Они у меня и были покрашены. А, ну ладно. Вася! Давай, не кусюка его, как всегда. Лапкой я его так вот, представьте, если бы он мог почесать и хвост. Там... И тебе. Еще. Милый, не передави его сильно, а то в прошлый раз ты ему лысину сделал. Так я вижу, он до сих пор пытается вырыть мозг ему какую-то. Да он мне вчера хотел голову оторвать. Мы видите, как он балдеет, ребята. Чик-чик, балдеешь. Дрог, балдежник. Вот просто, что знаете, что печально? Что они кусаются между собой? Вот это, конечно, печально. А хочешь, чтоб кусались? Ой, кусались. Как кусались. Ой, чего ты залез к нему в клетку? Это не... А, это его. Да, представляешь? Залез. Что ты делаешь? Какой шикотно. Тебе... Щекотно. Щекотно. Чем пахнет моя рыбочка? Вкусняшками, да? Воняет. Не, ну, ребят, в своей клетке ничего не хочет есть. Зато у Васьки... Это моя клетка. Слышишь, ты обалдел? Ничего не мама. Крыса голубиная. Точнее, голубь. Сам такой побритый. Баиски, баиски. Гляньте, какой милашка, когда спит. Я вообще-то не сплю, если ты не видишь. Ребятушки, такой хороший. А я вот всегда на да, сплю с открытыми глазами. А почему глазами? Васька всегда похожа на белку? Капец. Вася! Может, потому что я... Я белка. Я бурундук или кто я? Я не знаю. А ну-ка! Нормально, я чуть не упал. Всё. И кто-то спрятался? Никто. Я его сейчас найду, ребята, не переживайте. Не трогай меня. Ну не надо грызть. Не делай каку. Грызи, Васька, грызи. Не делай каку, ты дам по носику. Давай, Васька. Не, ну ты посмотри, что он творит. Че, заболел, что ли? Нет. Может, покатать его, центрофугу ему сделать? Что делать? Автобус отправляется, Васька не успевает. Автобус. Ребята, гляньте. Может... Отпусти ты на хавань, ничего твоя. Дай ребята, сюда. Он думает, что я полы мою и не может схватиться. На самом деле, я же прикалываюсь просто над ним. Васька, вылазь. Да, я ж так и знал, Васька, что вылазь. Ты подушками полы Васька, моешь. Васька, вылазь из-под дивана. Ой, ребят, столько делает Шкода. Я вам скажу, что иметь белку, ну или точнее, это же не белка, а бурундука, это такое мучение. Да, залез только на телевизор, расфигачил телевизор.